la la la. Эй, мне кажется, мы кого-то сбили. Да. Ой, блин. Так. Давайте выведем его сюда. Давайте. Ай, я падаю. Извините. Он живой? Не знаю. Кажется, нет. Да. Нет. Блин. Блин. Ай, я не знаю, что делать. Эй, давайте за ней пойдем. Что вообще с ней происходит? Да. Давайте. Извините, пожалуйста, но... Ай, что с ним надо делать? Блин, он же мертвый, мы убийцы! Эй, ребят, со мной все в порядке. Да успокойся ты. Нам нужно просто разделить его вещи, и никто об этом не узнает. Эй, ну ладно, я, в принципе, пошел. И буду. Ну, эй, я не знаю даже. Давайте я выброшу мусор. Давай. Ладно, пойдемте его сбрасывать. Да, давайте. Сбросим его с причала. Причал. Три. Раз. Стойте! Два. Три. Да. Ну ладно, нам нужно идти. Мне, кстати, уже надо идти домой. Да. Дай мне. Пой. Мы пошли. И мы. Всем пока! Эй, привет, ребята! Ау, проснись, Рэмбл. Эй, Рэмбл Дэш. Рэмбл. Рэмбл Дэш! Рэмбл! Тихо, матерь. Мне кажется, она умерла. Я знаю. Эй, моя тачка, хватит трогать мою тачку. Эй, она правда умерла, мне страшно. Я тоже. Нужно позвонить в полицию. Да. Алло, эй, детёныш есть? Да. Да. Что вы хотели? Я нашла мёртвого Рэмбл Дэш. Хорошо. Сейчас приедем. Мы её забираем на экспертизу. Что это было? Я не знаю. Но зато её забрали на экспертизу. И мы наконец-то поймем, кто ее убил. Потому что она выглядит так, будто бы кто-то убил. Ну да. Ладно, пошли в школу. Кстати, где Флаттершай? Ой, я уже бегу, пойдемте в школу. Да. Пошлите. После уроков. Привет всем! Привет! А ты чего уроки прогулял? Аву! Хватит спать! Рома? Эй! Ты чего? Ром? Аву! Он умер! Он умер! Он умер! Может, он не умер, а упал просто в обморок. Я уже не могу просто. Все кругом меня умирают. А где Флаттершай? Не знаю. Я уже бегу. А ты где столько попадаешь? Ой, Софья. Да я так просто ухаживаю дома за животными. Стоп, мы хомяки тоже животные. Так вы большие животные, а у меня дома зайчики. Зайцы больше хомяков. Так вы больше меня. Ну не правда ли это нелогично? Ой, то есть логично. Мы вообще про труп не забыли, нет? Нет. Я опять звоню в полицию, в общем. Алло. Нет. А вдруг подумаю, что это кто-то из нас. Надо самим от него избавиться. Опять? Не, опять? У меня есть дядя, он могильщик. Он нам поможет. Ясно? Хорошо, мне что-то сейчас проглючило, ну ладно. Пойдемте отнесем его. Куда-нибудь. Пошлите. Я позвоню своему дяде, а вы несите. Да. Дядя согласен. Он будет похоронен. Только родители. И будут об этом знать только родители. Флаттершай. У нас у каждого такое есть. Кроме меня. Прекрати, Флаттершай! Извините.
Пойдемте его носить. Ой, извините, я нечаянно. Ой. Ой, я что тут валяюсь? Дальше Анна. Следующий день. Слава! Походу, да. А где Флаттершай? Я тут. Я тут. Опять. Sunset Shimmer. Sunset. Ты жива? Ой. Кажется, нет. Не надо так скакать. Все умирают. Нас остается очень мало. Нас только остается четверо. Мне тоже самим страшно. Беда, печаль. Ну, ладно. На этот раз можно звонить. Я потыкаю на твой нос. Спасибо. На этот раз можно звонить в полицию. Хорошо. Сейчас позвоним. Алло. Да. Пожалуйста, приезжайте, у нас здесь труп. Хорошо, сейчас приеду. Разойдитесь, пожалуйста. Хорошо. Сейчас приеду. Расходимся. На экспертизу! Что-то было опять. Это дубль 2 был. Ясно. Ладно, пойдемте в школу. Эй, привет, ребята. А, нет, нет, ты жива, ты жива. Ты жива, стойте. Дыши, я потыкаю твой нос. Что вы сделали? Ясно. Это не поможет, хватит. Живи, живи, живи. А это то есть можешь помочь, по-твоему? Хоть как-то. Живи. Нет. Она умерла. Я! Я ненавижу тебя, это я ее не уберег. Прекрати! Извините. Я еще звоню в полицию. Алло? Да. У нас опять труп. Вы что, с ума сошли? Ну ладно, разойдитесь. Хорошо. На экспертизу! Оу. Нас осталось только трое. Ну ничего. Главное, чтобы мы выжили. Да. Ладно, я пойду домой, мне уже страшно. Не пойду сегодня на занятия. Я тоже. Я. Это ужасно. Дома не пришел к ним в гости. Типа... Как же так? Я тоже скоро умру. Значит, все умрут. Значит, вся школа умрет. Но почему именно мы? В доме у Хома. Блин. Мне нужно позвонить своему еще одному самому близкому другу. Алло. Да? Алло. Пин. Пинки. Алло. Да, привет. Я к тебе зайду. Хорошо. Ну, пока. Пока. Стоп, а кто это был? Ну, ладно. Эй, проходи. Привет. Хома, привет. 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 А, что это? А, это мне друг дал. Успокойся. Хорошо. Не смотри на меня так. Хорошо. Ты страшный. Ты грязный. Фу, иди умойся. Умойся, 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 умойся. Все, ты мне помыла. Спасибо. Ой. Ладно, проходи ко мне в комнату, я сейчас приду. Готовить еду. А-а-а! Пинки! Пинки, спаси! Я не могу. Подойди чуть, подожди чуть-чуть, я готовлю чай. Убийца, убийца! Тутру-тутру! Ой! Пинки! Подожди, я поднимусь, я аж с 16 этажа в окно вылетела. Стой! Стоять! Ой, я вывалилась из коробки, извините. У меня тоже есть оружие. Что ты делаешь? Я лечу 6 этажа.
Goodbye. О, наконец-то долетела Хома. Ты где, Хома? Я внизу. Оу. Мне очень больно. Ничем не могу помочь. До завтра. Ля-ля-ля-ля-ля. Привет. Привет. Я к тебе зайду? Хорошо. Ну, пошли к тебе. Пойдем. Я пойду готовлю чай. Я с тобой. Ну ладно, пойдем. Ты взял нож. Хома, не ори, пожалуйста. Пинки, я суицидюсь. Не кричи, пожалуйста. Сейчас, я чай еще дам. Вот чай, Хом. Извините. Нет, я звоню в полицию. Алло? Да. У нас опять труп. Надеюсь, это ты? Нет. Хорошо, тогда я еду. Разойдись. На экспертизу! Кто же убийца? Я бы хотела встретить его. Что это за звук? Убийца! Да, я Софья. Ой, я то есть убийца. Секунду. Ты хочешь узнать, кто я? Да, очень сильно. Я... Фадершай! Нет! Нет! На экспертизу! Ой, не то.